Беларуси повысили цены на драгоценные металлы, которые скупаются у физлиц. Золото 375-й пробы теперь стоит 62 рубля 82 копейки за грамм, а 958-й – 160,48. Выгоднее стало сдавать также серебро и платину в любом виде, кроме слитков и монет. Централизованное тестирование стартует в Беларуси 14 июня. Первым абитуриенты сдадут белорусский язык 16 и 17 числа русский, 19 обществоведение, 21 и 22 математику. Определены также резервные дни 12, 14 и 16 июля. В стране по программе «Семейный капитал» открыто почти 112 тысяч депозитов. На досрочное распоряжение средствами на улучшение жилищных условий, получение образования и медуслуги подано свыше 53 тысяч заявлений. Сумма поддержки – около 26 тысяч рублей. В Беларуси 16 апреля пройдет республиканский субботник. Все силы будут брошены на приведение в порядок мест боевой славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала Хатынь. Бобруйчан приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Пасхальный дар». Она пройдет 15-16 апреля в торговом центре «Техас» с 12 до 7 вечера. Движение направлено на сбор средств для подарков, которые вручат сиротам, инвалидам, одиноким и бездомным.